Красноярские полицейские задержали водителя «Ягуара», который 10 января наехал на человека и скрылся с места происшествия. Напомню, ДТП произошло в гаражном массиве переулка Медицинский. Водитель на «Ягуаре» сначала въехал в припаркованный автомобиль, а затем совершил наезд на водителя и скрылся с места аварии. Полицейские задержали виновника ДТП. Им оказался 41-летний красноярец, занимающийся ремонтом машин в частном гараже. Выяснилось, что он был за рулем чужого автомобиля. Мужчина пояснил стражам порядка, что он решил прокатиться на «Ягуаре» знакомого, который доверил ему ремонт своей машины. В отношении задержанного возбудили 2 административных дела за оставление места ДТП и по факту управления транспортным средством лицом, не вписанным в страховой полис. Мировым судом Свердловского района мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Как поясняет водитель транспортного средства, что при ремонте необходимо данный автомобиль было проверить, то есть надо было на нем проехаться, чтобы определить поломку. По факту угона владелец транспортного средства заявление писать отказался. По факту ДТП еще дополнительно проводится проверка.